Мы будем дальше воевать, мы будем захватывать, удастся Владивосток захватим, удастся Хабаровск захватим, Москву захватим. Мы будем воевать до конца. И никто нас, кроме Аллаха, не остановит на этом пути. Правда ли, что вы раньше сказали, что каждый чеченец должен убить 150 русских, чтобы попасть в рай? Нет, я говорил в 95-96 году, призывал чеченцев убивать столько, сколько вы можете. Я не говорил 100, 150, 200, я говорю, сколько можете. Я тогда призывал к джихаду, так что это тоже не секрет, но 150 я не говорил. Теракт в Грозном 9 мая унес жизнь президента Чечни Ахмата Кадырова и еще троих человек, как сообщает новостное агентство Итартас. Ахмат Хаджи Кадыров достойно и мужественно исполнял свой долг перед своим народом. Это был по-настоящему героический человек. Рамзан Кадыров сегодня официально вступил в должность президента Чеченской Республики. Торжественная церемония инаугурации прошла в его загородной резиденции под Гудермесом. Полпред президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак вручил ему удостоверение главы республики и зачитал поздравления Владимира Путина.